should I? Позвал и привез кого надо. Приехал пресвитер церкви,
приехали ее лучшие подруги. Все они вступили под стены больной. Врач хлопотался шприцами, намереваясь внести наркотик, чтобы облегчить страдания девушки. Доктор, вы очень хороший человек. Как жаль, что вы неверующие. Вы столько для меня сделали. Да что вы, работа у нас такая. Ну что, может быть, уколчик сделаем? Спасибо, не надо. Вы, дорогая сестра, вы верите Господа? Пожалуй, как же без веры? А Христа вы любите, ожидаете Его. Простите, Светлана, и не понимаю, о чем. Мамочка, подойди ко мне, дорогая. Светик мой, солнышко-то мое. До свидания. Это значит, скоро встретимся. Завтра у меня день рождения. Позови молодежь. Пусть придут много-много. Только без подарков. Пусть будут только пожелания, песни, а подарков не надо. Жаль, братишка, мне не пришлось, Игорька. Игорьку телеграмму в часть поставил. Доченька, цветочек ты мой, радость ты моя. Мамочка, Господь наша радость и счастье. Анатолий Семенович, слышите меня? Да-да, сестра, я слышу. Анатолий Семенович, скажите всему собранию, особенно молодежи, как хорошо умирать верующим. Сейчас расскажите последнее наставление. Света, что я могу сказать тебе? Ты очень много слышала. Ты была примерной христианской. С Господом, сестра. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вбежал молодой парень в военной форме, а следом за ним и Ваня. Светланка, сестренка! Игорь, Игорек, горе-то какое! Уходит от нас Светланка наша! Горе-то какое! Я ухожу теперь от вас, Игорь. Как я рада увидеть тебя! Как ты успел? Меня Ваня на машине в аэропорте встретил. Спасибо ему. Он настоящий христианин. Ну вот теперь я уже отойду. Куда же, Света? Господь знает, куда мы все идем. Света! Света! Это были последние слова Светы, сказанные на последнем дыхании. Через два дня по центральной улице города перекрыли движение. Шла похоронная процессия. Впереди шли молодые девушки с букетами цветов. За ними двое несли большой венок из живых цветов. По белому полю на венке красными гвоздиками было выложено сердце. В середине была большая фотография молодой, счастливой, улыбающейся девушки и надпись. Светлана Любимцева, 20 лет. За ними несли юноши крышку гроба, где на голубом фоне было написано слова: «Господь знает, куда мы все идем». Следом несли гроб с телом Светы в белом свадебном наряде, усыпанной живыми цветами. За гробом следовала мама в голубой косынке. Она была без сил, но не рыдала. Помни последнюю просьбу дочери. Одним цветком земля беднее стала, одной звездой богаче стали небеса.